Здравствуйте, я Артем Паникоровских, редактор выпуска новостей. Коротко расскажу о том, что сегодня мы готовим к эфиру. Опасные игры. Тело 13-летнего подростка обнаружили на детской площадке со следами удушения. Делом занимается Следственный комитет. Новая волна сокращений и новые угрозы продбезопасности. Работники Костинской птицефабрики получили уведомление, а деньги не получали с августа прошлого года. Ситуация типичная для всей Кировской области. На месте сноса усадьбы Хохрякова все равно ничего нельзя строить. В региональном Минкульте ищут смысл в действиях инициатора сноса и создают специальную комиссию, чтобы история не повторилась. Внезапный подход к прессе. Губернатор Никита Белых сделал несколько заявлений по дорожным ремонтам и общественному контролю за ними. 40 площадок, и дело только за выбором. Ночь музеев ожидается теплой и насыщенной. Об этом и многом другом подробнее мы расскажем в эфире информационного канала «Город». До скорой встречи!